Сегодня началась масленичная неделя. Ежегодно этот праздник отмечается в разное время, но согласно церковному календарю всегда перед Великим постом или же за 7 недель до православной Пасхи. Согласно народным традициям, каждый день масленицы имеет свое название, но самым главным считается прощенное воскресенье, когда каждый человек должен попросить прощения у других и сам простить все старые обиды. Также в эту неделю с четверга по воскресенье любые работы по дому считаются большим грехом. Поэтому все лучше сделать заблаговременно. А в течение недели следует почаще ходить в гости и приглашать на блины к себе. Согласно народной примете, масленичная неделя должна быть веселой. Тогда и следующий год будет удачным.